Наблюдать не будут. Евросоюз и ОБСЕ не собираются направлять наблюдателей в Крым на выборы президента России. Однако некоторые представители Запада, в частности депутаты национальных парламентов, все же посетят оккупированный полуостров. Об этом сообщают российские СМИ. Больше деталей у Елены Абрамович. Крым – это Украина, поэтому европейских наблюдателей на выборах российского президента там быть не может. Такова позиция Еврокомиссии и ОБСЕ. Ее озвучивали в прошлом году во время выборов в Госдуму РФ. Теперь, в ответ на запросы российских СМИ, ОБСЕ еще раз подтвердили. На территорию России наблюдателей направят, но не на оккупированный полуостров. Мандат Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств-участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения, поэтому Бюро не может осуществлять наблюдение в этом регионе. Такую же позицию подтвердили и в ЕС. И все же со ссылкой на дипломатов российские журналисты написали. Наблюдателями приедут отдельные представители национальных парламентов стран Евросоюза. Из Австрии, Италии, Франции, Чехии и Кипра. Что касается Европарламента, желающих пока не нашли. ЕС не оставляет такие инициативы без внимания. Так, недавно комиссия Европарламента по вопросам этики вынесла на обсуждение прошлогодний визит в Крым немецкого евродепутата Маркуса Претцеля. А Германия летом расследовала путешествие на оккупированный полуостров экс-депутата Бундестага Йорга Тауса. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Середонов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».